15 по 19 апреля на Смоленской АЭС в формате ассист-визита проходила миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС. Международная команда, представленная экспертами Московского центра ВАО, АЭС Гронде Германия, ИНПО США, Калининской, Ленинградской АЭС, научно-исследовательского центра «Прогноз», оценивала деятельность Смоленской станции по тематике выявления и фиксации эксплуатационных проблем. Кроме того, эксперты отметили 23 передовые практики, которые вошли в предварительный отчет. В частности, это сохранение критически важных знаний, использование инструментов предотвращения человеческих ошибок, цифровизация производства, применение мобильных устройств для фиксации недостатков в работе оборудования, использование мобильных станций для коммуникации, качественно функционирующая система проведения наблюдений за работой персонала и другие. Для совершенствования деятельности по тематике миссии эксперты предложили улучшить работу по таким направлениям, как коммуникации, рабочие процессы, состояние оборудования, рабочее поведение и лидерство.